фанфары, торжественная музыка все-таки играют, скажем так, чемпионы наших сердец. Давай бы тогда левелапа на коллапсе. А почему ты не вытолкнул тогда? Просто это было довольно безопасное действие. Ну ладно. И все, молодец же. Нормально отыграл. Давайте, давайте наслаждаться скиллухой. Чистый, как слеза комсомолки. Привет, Валентайнс. Тебя сегодня с Валентином спутали. Ой, какой приятный блиц для нурглей. А почему не в пятку? А почему не в пятку? Пятка ж теоретически опаснее. У пятки нету этого. У пятки нету. У пятки не игла. У пятки нету блока или борьбы. В пятку побоялся Фенда. А чё, Фенд сдачи дает или что? Ник похож, стиль похож, несложно спутать. Но я бы сказал бы, что он как бы в какой-то степени прошки это нургли и наоборот ситар. Вот. Есть какая-то схожесть. Какой интересный универсальный козел. То есть гард после блока и такла это весьма неочевидный выбор. Приятная ловля. Да клавса сама прокачается, Евгеша. Не ППОшить, Фенд. Это многое объясняет. Давайте-ка ударим без блока допа... Ну это классический флибустьер. Окей. Ой, классический флибустьер. Валентайнс взял Игоря и две взятки. Какой интересный выбор, ребята. Игорь и две взятки, это хорошо. Мне уже прям, я уже прям чувствую, что пошла, поехала. Приятно иногда вот просто сесть и посмотреть действительно на... Игорь дает тебе дополнительную попытку регенерации на регенератов. То есть, теперь, если ты берешь Игоря у дедов, ты можешь спасти зомбю, вайта или мумию, но не можешь спасти гулю. Ну вот так вот. Так, хорошо. Это еще и фол без... Ну, с учетом того, что скелетик с неглой, то, в принципе, это... Ок. Я чувствую, игра будет кровавой. Хорошо. Реген прям показывает себя. Взяточка сыграла. Фолы воинами? Но у него две взятки, почему нет? Вот раньше фолы скалировались от силы. ГФИ ради блица. Ну, в принципе... В принципе, ок. Окей. Ну, я понимаю, что он блицевал им, потому что Джага. И поэтому он не блицевал ближним вот пареньком. Но, ну ладно. В смысле, я хочу сказать, что если на секунду задуматься, то какая-то логика в их действиях, конечно, присутствует. Я понимаю, как это звучит.
флибустеру, у тебя же нет взяток. Ну, ладно. Как бы. Ну, ладно, у него две замены. Два фала он использовал. Почему-то мне, правда, кажется, что флибустер это не остановит, когда еще одна пятка выйдет на поле. Ну, судя по твоим игрокам, Брайт, я имею в виду вот всякие там ММБ волков там с ПО и так далее. Так ты же есть животное, Владдри. Ладно. Нет, я понимаю. Фолы по гнилевикам спорные, но теоретически смысл есть. Плохо, что у тебя у самого нету пятки, Валентайнс. Хвост помарчил ПОшку. Ну... Ну, допустим. Какая-то марка такая слегка самоубийственная, что ли? Не будь дураком, тут еще читается блиц в... А может, стоило сначала блицануть, типа... Вот этим пареньком без блока и уже потом думать о... Ладно. 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 Окей. Окей. Ну, повалили, допустим. Тут вообще, на самом деле, довольно простые кубы раскидываются у Валентайнза. Он, правда, пытается, по-моему, очень интересно их соорудить. Ну, ладно, окей. Ладно, сначала 2D сюда. Неглованный страж могил. Так. Ну, ладно, не хватило. Это стандартная трехходовка хмырей. Рерол. Ну, это было читаемо. ПО? Ну, Валентайн! Ну... Это позор. Это позор. Это просто неприлично. У нас тут высшее общество с оттопыренными когтями на мизинчиках и... Не ПОшнуть. Да. Я глубоко разочарован. Там, конечно, Клавса и МБ потратились на пробой армора. Теоретическое оправдание есть. И он реролит удар без блока! Он реролит удар без блока! А-а-а! Ладно. Безумству храбрых поем мы песню. Да, не, на мужика, на мужика, абсолютно на мужика. Я бы так не смог, честно. По итогу Нургли в минус 2. Хмари в минус 1. Нет, в минус 2. Тоже, окей. Что-то мне кажется, Валентайн сейчас накидает. Уж очень удобная у него ситуация, чтобы накидать. Ой, ну тут ответный блиц. Но это справедливо. Так, если призадуматься, то ответный блиц довольно справедливый. Я имею в виду, что... Как бы блиц на блиц. Все честно. Правда, из-за запинывания хмырям его не так легко реализовать. Вот. Я вчера, когда писал газету, пересматривал матч Ситара, чтобы освежить в памяти. И я прям... Я вот тогда пропустил момент, когда Ситару выпал блиц. У Ситара там настолько козырный блиц был. Прям с идеальным запинованием, с идеальными кубами. Я почти пожалел Маркуса. Потом я, правда, вспомнил, что я угнетатель. И жалость куда-то пропала. Хороший, кстати, мумий. Правда, он... А, он тоже с неглой.
А что-то, а у Фельбусера есть мумии без Ниглы? Сложный вопрос, Евгешин. Наверное, пятка все-таки лучше, мне кажется. С учетом того, что у Мемору был всего это. Я бы, наверное, склонялся бы к пятке сам. Вау, Валентайн снейролит блицы. Правда, как он мяч собирается прикрывать, мне не ясно. Окей. Интересно придумал. Я только вот что не понял. А зачем он отбежал назад, чтобы пас был сложнее? У вас есть какое-то объяснение? Зачем он отбежал назад, чтобы пас был сложнее? В чем логика? Она вообще есть? Ты бы на мумии четвертым апом взял бы силу или блок? Ну, блок, наверное, взял бы. Блок, мне кажется, лучше работает. Я как-то к силе на мумиях стал относиться похуже, по своему опыту. Слишком много зверей, которые на все плюют. Слушайте, так сейчас еще и... Сейчас еще флибустер выиграет. Чтобы с разбега дальше кинуть. Ну, два куба с таклом. Хорошо. Скатер отвратный. Тут мы, конечно, поошним. Я прям не сомневаюсь. Хотя в какой-то степени, мне кажется, козла было выгоднее держать на ногах, потому что это и попытка выталкивания, если вдруг дурачок встанет, и забегающий на гол. Так и пас не был одинаковый. Если бы он стоял ближе, это был бы 4+, Брайт. Я в этом практически не сомневаюсь. Приятный додж. Я бы послушал мнение Валентайнза из чата, но он как-то подозрительно затих. Наверное, есть какие-то причины. Смелый подбор. Ладно, нормально. Хорош, хорош. Я прям обожаю такие вещи. Как же он бахает. Потрясающе. Какая классная и фееричная игра. Я кидал 5+ толпу. Шаг назад был лишний. Можно было на клетку ближе. Ну, похоже, что хмари не забьют. Нургли старались пропустить, но не получилось. Ну, а правда, ладно, стоит сказать, что действительно флибустер накидал довольно большую грязь, я имею в виду 5R, 4R.
А можно я так тоже на хмырях 4 плюсы как-нибудь покидаю? Нет, но чувствуется, что в этом сезоне фрибустер набрался скиллухи. Сложный вопрос. Меня еще не смотрели, а ты тоже играл Акияма? Про тебя даже не вспоминали, скажу больше. Про тебя даже не вспоминали. Как можно забыть великий... Ну, ты же не великий дайсер. Великий дайсер — это когда ты берешь какое-то чемпионство. Привет, Дэйн. Или лучше Insane Куб, не знаю. В общем, надо чем-то запомнить. Великим становишься, когда ты кого-то задайсил в финале. А до этого момента как-то ничего такого нет. Вот Кощей, например, не смог стать великим дайсером. Хотя был чертовски близок к этому. Лол, это гол? Нет. Ну ладно, ладно, ладно. Хотя бы Валентайн завел игрока на гол. А Валентайн типа засетапил. Окей. Допустим. Где травмы? Так это же... А где все... А где все скелеты? Ну вообще надо играть на победу Валентайнзу. Я, конечно, понимаю, что 5 колоколов, но я все рискнул бы. Мне бы еще понять, зачем 5 реролов флибустьеру. Ну ладно, 4 эрера. 1 эрера с подары. Ну это Регин. Я уж понадеялся, но это Регин. Жаль, жаль. Ну, надо разыгрывать трехходовку. Желательно попытаться выбить мувного по дару до этого момента. Да, ну, не знаю, я бы играл бы, я бы рискнул бы. Видно было, что флибустьеру туговато. Опять же, в худшем случае вы будете плюс-минус в равных составах. А неплохо? Красивая шиш. Ты пойман за руку, как дешевка. Ладно, ладно, флибустер умеет, конечно. Иногда просто забываю о том, насколько флибустер скилловый молодой человек. Да уж. Это байт. Ну, конечно, байт. Видимо, ты давно 4 стрелки не кидал. Вот. Не, ну ладно, ладно. Ну, надо было играть... Ладно, 3 куба дал. Да не, ну надо было играть на победу, на самом деле.
Просто зачем он дал удар, я не очень понял. Давать удар определенно не стоило. Да я даже сейчас бы рискнул бы поиграть на победу. Да, типа время потрачено. Кстати, поломал скелетика. Ну, я не знаю, его, конечно, может и оставить с минус силой для лоса фолов, но... Неприятно. ХЗ, ну не знаю, ну игра... Надо играть на победу. Вот все в этой игре есть на победу. Неужели настолько нет яиц, Валентайнс? Тебе еще игра завозит вот эти вот все шестерки там. Вот это вот все. Он, кстати, дал выталкивание с поля этого. Дал выталкивание с поля. Рубл лег. Сейчас посмотрю. Не, у меня работает. И фол еще, ну ладно. А вообще у фол-то не линейкой. Да, игра на ищу дает вам, ну, боссам, шанс сыграть с флибустером или Валентайнзом. А здесь надо было выбирать двойку. Еще одна ошибка. При двойке он остался бы ВКонтакте и... Ну, ладно. Ладно, флибустер сам хочет, чтобы... Подара получил МБПО. Спасибо, Ордос Комбайнер, за фоллоу. Плохая игра, конечно. Не знаю, мне было бы стыдновато играть в такой ситуации на ничью. Я бы играл бы на победку. Надо мне проиграть Рутуре? Не волнуйся, Спайдер. Тебе не надо стараться проиграть Рутуре. Я думаю, оно получится само по себе. Ох ты ж. Отскочил, отскочил скелетик. Ну, такой какой-то обезьяний хвост, еще немного напоминающий ленточного червя. Может, и есть ленточный червь, просто он его не до конца... Ну, вы понимаете. Это многое бы объяснило. Мы просто кидаем 5 плюс. Можно заказать аналитику на забавный, на мой взгляд, матч Нурглитаган с Териталатекс Лаверс. Я просто такими темпами я сегодня не сыграю ни одной игры. Потому что я вот один день не стримил, и там важные реплеи накопились. А теперь вы закидываете меня... Ну ладно, ладно. У меня просто кризис самоопределения, но не важно. Да мне, честно сказать, мне и реплеи не хочется смотреть, и играть не хочется. Хочется, например, как бы это описать-то? Пить пиво и смотреть старые сериалы, лежать в кровати. Вот примерно так я могу описать спектр моих... Это что, он наконец-то 6 плюс не кинул? Вау, только 5 плюс. О, господи.
один скелетик флибустьера почти контрит всю команду Нурглей. Да уж. Не, ну а чё, ну кинем 5-5-5 в красные, как бы, чё нет-то? Вот. Ну чё, ждём подбора Борисом Бритвой? Молодец. Вот вопрос, стоит ли рисковать и делать вкладку сейчас? Мне сразу вспоминается момент, когда я делал вкладку и проиграл игру Норс... Нет, сыграл в ничью игру с Норсами, потому что 11 раз не смог поднять мячик. Видимо, Валентайнс видел эту игру и решил не рисковать. Ох уж эти 11 не поднятий мяча. Это вот я когда на ХД играл. Потрясающий матч. Ну не знаю, надо было играть на победу. Хмари в целом плохо разыгрывают, просто как бы для того, чтобы хмари просто могли зацепиться за результат, надо было, чтобы все хмари встали. 11 не поднять, а там вперемешку. Там были и 4, и 3 плюсы. Под конец было 4 неподнятия 3 плюс. Или 5 неподнятий 3 плюс. По-моему, под конец было 5 неподнятий 3 плюс. То есть я сначала пытался подобрать не 4 плюс и делать вкладки. А потом я понял, что что-то не идет и хватит дурью страдать. И это, правда, не сильно помогло. Можно было чуть лучше разбить лосс, чтобы подставить козла под фол. Я имею в виду под хороший фол. Ну, у тебя есть МБ Клавса ПО. Не факт, что она бы вышла. Там же кубики смотрятся по порядку действий. Ну и маленькая ошибка, где ты дал два красных в мяч. Ну ладно. Ну, я помню классный матч в дождь хмырями, когда дарки мне начали сочувствовать просто. Ну, кстати, опыт все равно лег на воина. Это практически идеальный MVP после игры. Вот. В общем, ладно, у Валентайнза нет яиц, но я думаю, что они оба плюс-минус этим результатом удовлетворены. А, точно, зарегинило, точно. Ладно, ты прав. Прав в том, что она бы вышла, но не прав в том, что не стал играть на победу.